средство выглядит лучше. Кто может сказать? Улыбка, совершенно верно. Щекотка. Если вы даже... Щекотка тоже хорошо. Прикольно, я бы сказал. Берите себе хорошие привычки. Утром, например, зубы чистите, улыбнитесь себе, полюбите себя. Когда вы просто даже улыбаетесь, легкой улыбкой, один микроб точно сдох. Поэтому старайтесь расслабляться в течение дня, ибо все-таки жизнь напряженная в Москве, ритм большой. А расслабляться до обеда или после обеда? Без обеда. Вопрос хороший. Старайтесь в течение дня спеть хотя бы одну песню. Это очень полезно. Я наконец-то осуществил свою мечту и всегда хотел танцевать, но не получалось. То дальние гарнизоны, то ближние. И вот, наконец, попал в руки Аллы Ивановны. И она меня кое-чему научила. Мы хотели бы показать вам неплохой один вариант, небольшой вариант севастопольского вальса. Почему мы взяли именно такой вальс? Потому что, ну, как правило, все балы Аллы Ивановны заканчиваются севастопольским вальсом. Раз, я из Крыма. Два. И поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задайте по позитивному мышлению. Если нет, мы покажем вам вальс.